Всем привет! Сегодня мы будем играть в H1Z1. Посмотрим, что за игра. Говорят, что многие, что она похожа на DayZ, но я в это не верю. Вот, со мной играет мой друг Саша. Здравствуйте. Сейчас, секундочку, мне надо звук отправить. Сам себя просто перекликивать. Так, давай сейчас, короче, Санек, найдем с тобой сервачок какой-нибудь. Давай с тобой найдем меньше, как бы, загруженности, чтобы хотя бы попробовать ощутить. Не так много игроков, на самом да, деле. Игроков-то, да, сейчас все серверы ну, забиты, то есть очень трудно зайти. К сожалению, здесь, конечно, не показывается, как в DayZ, сколько игроков находится на сервере. Вот это, я считаю, самый главный минус, конечно. Ну, тут другая формулировка, конечно. Мы с тобой будем PvP, PvE. Конечно, PvP, Сань, ты чё, глупый? Нет, на самом деле, здесь есть серваки только PvP и только PvE, как бы. Я вот про что тебя спрашиваю. А, понятно. Ну это да. А вот это что такое, не знаешь, поп какой-то, и тут написано хайт, что-то медиум. Ну, понимаешь, это загруженность сервера. А, то есть это загрузка сервера? Да, тут как не показывается в DayZ сколько народу, тут больше идет по загруженности хайт, вэри хайт, там плов, медиум. То есть хайт, значит, он весь загружен. Да, и еще вот насчет персонажей. Тут на одном серваке можешь создать персонажей, и они остаются, все такое, ты потом просто заходишь и выбираешь его. Там справа, слева, самая левая строка показывает, есть ли у тебя аккаунт на этом серваке или нет. Тоже вот это удобно, на самом деле. Ну, блин, ну, извини, я сегодня, например, начинал играть на одном серваке, зашел на другой, то есть мне приходится создавать новое имя и заходить, то есть... Да, ну, вот это минус, это плохо, да. Ну, я с тобой согласен. Это как в Расте сделали, получается. С тобой это согласен, то, что это минус. Так, ну чё, давай, я не знаю сейчас, как отсортировать их, я не знаю, по названию или по загруженности, что ли? Или по... А, здесь даже сортировки-то нету. Нет, есть только сервер name. Ну, я понял, да-да-да. Да-да. Блин, как всегда, не вовремя всё начинается, на это ладно, я выдержу. Так. Тик-тик-тик-тик-тик. Чё сейчас здесь? Давай начнем с тобой на серваке, не знаю, найдешь ты его или нет, отсортируй его по сервер нейм, называется PvE, там есть и PvE онлайн, там все такое, короче, даже не знаю, как тебе. И там медиум загруженности. А так, с чем нам PvE, если на PvP мы идем? Ну там есть и PvP, там есть все. Ты уверен? Ну, написано в правилах, да. А попробуем. Давай лучше сразу на PvP, чтобы не лоханулся. Тогда ладно. Регион USA. Загрузка нет, там PvP, Headshot, что там еще, First Person онлайн. А, вот это минус. Одна персона, надо третья персона. Да. Так, подожди, вот я нашел Курама какой-то, европейский, сейчас попробую на него зайти. Так, Курама, да? Да, ЕУ там будет написано. Сейчас, подожди, попробую зайти, если он зайдет, конечно. Да должен, там сколько загруженности? Ну, хайд был написан, я попробую. Ну, и раз так, тебя будет просто поставить в очередь. Сейчас и все. И ты будешь ждать. Так, сейчас финиш нажал что-то. Да, я 242 отмену. Вот. Да, вот это, конечно, проблема зайти куда-либо. Бруталити. Блин, кстати, теперь, чтобы зайти на другой сервер, мне опять придется выйти из игры. Это вообще какой-то баг странный. Так, наконец-то мы нашли сервер. Значит, объясняю вам, что вот эти иконочки, ну вот мне мой друг объяснил, что ну, здесь на самом деле есть даже легенда, то есть расписано, что это обозначает. То есть Battle Royale это то же самое, как в Army 3, то есть появляетесь в одном месте и разбегаетесь, видимо, там начинаете стреляться. Конечно, это еще не попробуем в дальнейшем. Рука обозначает, то есть первая персона, третьего вида вы не сможете играть, вот есть такие серверы. Соответственно, этот значок означает, что только можно убивать в голову. А, тут получается, что... А, то есть это получается вайп рецепт, в которых вы изучите, будет снова... Ну, то есть происходит вайп, как я понял. Ну, это, конечно, PvP, PvE только, а это только PvP. Вот, так что мы заходим на PvP. Извини, что сам тебя перебиваю. Я зашел, так что жду тебя. Ага, да, все, здесь все отлично. Я, если что, буду в белой маечке с голубыми полосами, так что... Поехали, что я могу сказать. Сейчас. Вот... Кстати, еще маленькая вставочка насчет машин. Они составляются здесь из 5, по-моему, частей. Да, 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 да. Но в дальнейшем мы это увидим тоже. И то есть, чтобы когда находите машину, не думайте, что вы сразу поедете. То есть там могут отсутствовать какие-то запчасти, которые приходится нужно будет найти. Но почти что они универсальны. Я вижу человека, и он уже бежит ко мне. Отлично. Так,
Ты сейчас где вообще? Блядь, ну я даже карту, в принципе, и не знаю ни хрена. Ой, Тут я попрыгнул, как упал. Странно. Так, что-то у меня синца жесткая, подожди. Так, еще. Саня, если ты с клавишами не разобрался, 4 на правой клавиатуре это говорить. Т большая английская, это перевод. Токси поменьше, что у меня стояло. Ультра HD какой-то странный. Так, музыку сейчас я выключу, вот у меня раздражает она, музыка эта. Вообще здесь ни при чем, ни к чему. Но да. Странно еще, возможно, это тоже недоработка. Тут надо в определенном местоположении встать, чтобы что-то забрать или облутать, например, тот же ящик и подождать минуту или чтобы... Блин, это то же самое, как в DayZ, раньше были такие же баги. Это, ну, мне кажется, что это тоже, скорее всего, скоро пофиксят. Да, и... конечно, все это... Все я надеюсь временем. На это. Посмотрим, конечно, что сейчас здесь сделали. Мне кажется, что в PvP зомби нас не трогают. Я, конечно, сильно-то не проверял, но ладно. Я сегодня читал где-то, что пока что и искусственный интеллект отключен, или он глючит за счет, ну, из-за того, что... Да, вот я сейчас прекрасно вижу, как зомби бежит просто в пустоту. О, что-то за лаги пошли какие-то, у меня странно. Что-то все дергается. А, подожди. Или это я из-за того... А как здесь собирать-то хоть ягоды или все такое, что? Ягоды на Е... А ягоды не знаю. На Е все. Вот тут вот, да, машина или что-то, просто то, что ты. Нажатие на Е, мне начинает все лагать странно. Это должно и там. Когда ты что-то хочешь залутать, должно быть выделено синим контуром таким полупрозрачным. Ага. И... Только что-то я ягоды не могу собрать, странно. Ну может это не лутабельные ягоды. Блин, жалко. Так, ладно, пошли дальше. Что здесь у нас еще есть? Какие-то. Во, дорогу, я на дорогу вышел. Но я тоже, домик. На самом деле, я на какой-то заправке. Слушай, я здесь вообще в какой-то город вышел, Сань. Большой город? Если ну, большой, то он там ну, да, один. Кстати, да, тут какие-то дома стоят даже. О, нифига себе, это прикинь, короче, баг, ой, баг, это сервер глючит. Мне кажется, сейчас вот нажимал, когда собрать сбор ягод, у меня да, только сейчас да. Вот пою, что я собрал, оказывается. Вот, я думал то, что это у меня железо так из-за этого, а оказывается, это у всех. Кошмар, ой, блин, там кто-то прибежал, жесть. Ну... Вот сейчас я тоже наблюдаю, конечно, хороший лаг. Коза в небе. Или это олень? Нет, там олень, там лето козел. Ну тогда бы это похоже на маленького олененка Бэмби, который бегает по воздуху. Во, у меня опять сейчас тут продуплил, что я взял ягоды. Это вообще жесть, конечно, такие лаги. Еще, то есть, смотри, то, что, например, лежит, ты берешь, это остается. Да уж. Опа, здесь кто-то бегает, у меня какой-то чувак со мной. А как переключиться на третий вид, ты не знаешь? На Т, английскую. А, во, да, реально. Tab и I это инвентарь, а все остальное как-нибудь там. О, я нашел чувака, пиздить, нашел его, он здесь бегает в доме в моем. А как здесь говорить, ты не знаешь? На 4 цифру, на правой клавиатуре. Hello? Hello, man? Hello? Ну, сейчас попробуем с тобой встретиться, конечно. You friendly? Какой-то странный чувак, ладно, я не буду махать. Опа, о, зомби. Да, кстати, вот Санёк из зомби здесь вообще. Ой, он заглючил, побежал куда-то странно. Ну, конечно, да, лаги, вот, сервер, это жесть просто. Ну, извини меня, Сань. А, он побежал за чуваком, за этим. Ладно, пускай. Ну, блин, зато они, кстати, чётче намного, чем в DayZ, мне кажется. Вот намного. Зомби, да, они выглядят более реалистично, да, да, такое. Да. Но, извини меня, сервер просто не выдерживает. Ну, сейчас, ты, да. Ты сам видел, загрузки просто полным-полно народа. Что-то у меня вот подсвечивается, кстати, вот что-то типа... Вот сделать. Таким синим, да. Ты да, жми да, да. И жди. Просто ждать. Да, у меня ни хрена ничего не делает, сам прикол-то. А, ну и за глюка, походу, сервера, как я понял. Там надо специально прям... Еще такие здесь звуки странные. Кстати, насчет вот погоды. Я видел только пока дождь. Так что дождь хорошо прорисован, все такое нормально. Ну это да. Претензий к нему нет. Так, вот как мне интересно. Вот крафт здесь тоже своеобразный, если честно. Вот стик, вот плейнкмен. О, что-то только что было и какая-то хрень, я не понимаю, чего. О, у меня появилось сейчас только Е. Блин, конечно, да, с такими логами это жесть играть.
Не, лагать-то, ну, просто вот то, что задерживается, так это да. А... Жесть. Я не полицейский могу... участок здесь выглядит никак в DayZ. Да это понятно, Сань, другая же игра совсем. Нет, ну, даже не похож. Там прям выглядит как настоящий полицейский участок. Вот сейчас я бегу, конечно, куда-то, но... Куда? Холодильник, что залутать можно будет? Стрелял я из винтовки, Сань. Здесь? Да. Ну и как, стрельба отличается от DayZ? Ну как тебе сказать, прицел трясет, что такое, я не знаю, как его задерживает дыхание, что такое, он просто вводит им. Возможно, да. Да, что прям, у меня был один патрон, я его выстрелил и все. Больше а... патронов не нашел. Понятненько. Что-то как-то непонятно здесь, мне пока что ничего. Ну, на самом деле, потому что это PvP-сервак. Вот я сейчас подождал и облутал машину, но... Ну, конечно, ничего. Но с такими лагами это вообще жесть просто, на самом деле, играть. Нет, я подождал, у меня залуталось, ну-ка. Во, здесь Ники даже пишет. Hello? Так, дорогие друзья, думаю, мы пока что на этом прием закончим. Сейчас, если мы сможем найти другой сервер, посмотрим, где без лагов более-менее. Тогда продолжим запись. Подожди. Так, вот, сейчас только чисто случайно открыл сундук, и мне выпал какая-то хрень, типа... Как я понял, на голову, походу, головной убор, что ли. Ну, ты, да, ты когда покупаешь набор... Так когда я его не покупал, я купил уже игру за 419. Ну вот, да, тебе там дают один ящик, один ключ. Да ладно, а, ну да, кстати, вот, да, был ключ, сейчас все. А ты что, открывал уже себя, что у тебя там было? У меня пропали они. А, ну ты сам везучий, как всегда, человек. Я просто... У нас остались ключи. Либо они остались на том аккаунте, либо чё. В самом деле, они я сейчас... на эти вообще-то вещи на каждых серваках у тебя будут теперь. Блин. Печально. Я нашел машину, но она горит. Ну, она ездит. Сама по себе? Если бы. Нет. Кстати, в машину садится, которая по... на Enter. На правый. Знаешь, ох ты. Я сел. Опа, чё в ней есть? Ясно. Все кроме мотора. Так, я не знаю почему, я открыл вот эту хрень, но она вообще не открывает, ну, у меня не надевается никуда. Там же на Apple надо нажимать, как я понял. Ну да, но ты подожди, подожди, побегай, оденься. Да, конечно, вот эти лаги, это пипец. Ну, то что ты хотел первый же день выпуска игры? Да давай, перепрыгивай тоже через забор-то. Так, такое ощущение, что за мной кто-то следит. Или у меня паранойя уже. Так, вот. Пока что я видел здесь только две машины. Это пикап и ментовская, все. Птица зависла в воздухе. Да-да. Так, вот шкафчик. Да, как я нажимаю на Е, он как-то дупляется через несколько секунд. Если в лучшем случае так. О. Ну да, здесь уже все залутано, походу, вообще. Лута нет никакого. Ладно, пойду соберу себе лук, сделаю хотя бы. Я забыл, что там у нас на лук-то надо? Вот стик. И тряпка вроде, насколько я помню. А у нас вообще рецепта нету. А ее надо сперва его изучить. Вот сейчас в Discovery переносишь, нажимаешь это. Он тебе сейчас вот я изучил. А у тебя есть лук? Ты собираешь вот стик в лесу и переносишь туда в Discovery, изымаешь Discovery, и он изучает всё, тебе всё, стрелы. Понял. Сейчас я изучил. Так. Ты дальше ты записывать не будешь? Я сейчас записываю уже, если что. А. Просто не знал. На самом деле из города не уходи, потому что я, мне кажется, иду к нему. Вот мне интересно, я нажимаю на... О, я изучил шипы еще. Где колья, вернее, такие. Да, вот тут я опять нашел. Горит машина, дымится. Сейчас посмотрю, что в ней. О, кепка. Ясно. Пробежал далеко, далеко. Все собирают. Так, а что-то еще нужно ему 17 чего-то там. Так, сейчас изучаю, что изучил-то. О, у меня парень бежит. О, я изучил шлеме. Как раз сейчас этот лук. Отлично. Я сейчас сделаю себе... О, лук сделал себе. Отлично. Так, теперь мне осталось сделать себе стрелы.
Я уже вооружен хотя бы. Так, стамина, это ведь еда, как я помню. Нет, энерджи это еда. Да, стамина это бег. Это выносливость, насколько я знаю. Ну да, именно так я и хотел сказать. Так, теперь с луком. Так, а как с ним? А вот насчет дома, Тут да, я не знаю, что с постройкой. А как его с него стрелять, с лука ты умеешь? Ну, наверное, его надо поставить в оружие. Все понятно. Почти как в Расте. То же самое. Ну, я понял. То есть сперва стрелу заряжаешь, он бегает с ней уже, а потом правую кнопку задерживаешь, он оттягивает тетиву, а потом правую стреляешь, не отпуская правую кнопку мышки. А ты вот стик вообще где? Он, ты нашел валяющегося его или где? Кого? Вот стик, ну, палочки. А, нет, вот просто забегаешь в ну, возле леса или где, ну, возле, ну, короче, где-нибудь лес, и там тростники такие, типа, кусты такие будут. Тут подбегаешь, просто нажимаешь на Е, он берет. А, понятно. Нашел я эти тростники. Просто у меня Е не активирует. Герой колбасит вообще жесть, он просто прям drum and bass, прям жесткий прям бам. Колбасник, бля. Так, здесь. Да блин, не, конечно, это бестолку, мне кажется, бегать по домам, здесь уже все залут, но раз. Вообще все да. Пусто. Я прекрасно нашел вудстик. Да, все пусто, в общем. Наверное, легче кого-то замочить и отнять лут. Нежели бегать лутаться, что-то искать, пытаться найти. Так. У меня, кстати, 15 стрел. Так, а я нашел. Да, мимо сейчас просто вот, меня... Сейчас попробуем зомби завалить. Мне нравятся сельские дома, в них лежат винтовки. Все никак не привыкну. Потом согрелся. Я нажимаю что-то, у меня завис, что ли? Гараж. Что-то у меня, короче, завис с луком. Подожди. Как будто он все стреляет, но он не стреляет на самом деле. У тебя, может быть, у тебя не висит сервер? Нет. Везет. Я на втором этаже пытаюсь сельский дом лутать. Да уж, багов, конечно, ужас много. Что-то у меня вообще просто... Он как будто показывает... Ну, как будто он готовится высунуть, на самом деле ничего не делать. Короче, сейчас попробую перезайти. Попробуем. О, нажал логаут, у меня отвисло все. Жесть. Сейчас достал фонарик, конечно. Да, сервер вообще очень перегружен, видимо, очень сильно. Что лагает не по-детски. Они же не думали, что все ринутся покупать. Это жесть, конечно же. Заколоченный дом. Я думаю, даже, блядь, вообще есть смысл даже играть с такими лагами. Я нажимаю сейчас лук взять, он мне даже не берет лук. Можем попробовать, там был сервер, то есть с загруженностью вообще, то есть минимальный. Ну, давай попробуем найти другой тогда сервер, потому что это ужас, он очень лагающий. Не, ну такие сервера по-любому есть. Давай, я делаю логаут туда же. Подождем, конечно же, когда он выйдет.